объясни мне, как человек знающий, Дед Мороз на Новый год всегда приходит со Снегурочкой? Дим, я тебе так скажу. Если Дед Мороз по-настоящему молод душой и сердцем, то он приходит не с одной Снегурочкой, а с несколькими. Настоящих мужчин! Да! С Новым годом! С Новым годом, мужики! Дед Мороз, Дед Мороз, ну-ка расскажи, что в мешке ты нам принес, а лучше покажи. Что ж, снегурки мои, ну-ка встаньте в круг, все сейчас вам покажу, попрошу без рук. Удовлетворю вас мешком своим, что хотите вы? Зеркальце хотим. Зеркальце хотим, что ж, проблемы нет. Так оно ж кривое, деда. В этом весь секрет. Ведь полезно порой каждому из нас себя в зеркале кривом увидать хоть раз. Ха-ха-ха, вот смешно, вы кривые, ой. Хохочи от души, но не криви душой. Что еще хотим, одарю я всех. Шубку, 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 да. И чтоб хороший мех. Шубку мы хотим, что ж, пусть будет так. Так, закрыли все глаза, теперь открыли. Вот так Новый год. Это шутка разве, а? Это шутка, вот! Это самое то, без сомнения. На земле ведь нынче что? Потепление! Шутка-то хорошо греет теплый мир, но порою больше нас греет теплый смех. И без шутки вполне можно обойтись, а без шутки, молодежь, невозможна жизнь. Ладно, пошутил, ваши шубки вот! Ой, спасибо, Дед Мороз! Но это ж Новый год! А теперь наш долг с вами сообща пожелать тепла, здоровья, радости и счастья всем, счастья в каждый дом, чтоб на шубку заработать, но своим трудом. И любви в Новый год, как же без любви? К вам придет она, придет, если ждете вы. Новый год я пришел к вам не налегке. Все, что нужно для людей, есть в моем мешке. Доброта? Захватил. А мечта? Вполне. Ну, а ум и красота? Это все при мне.